Итак, новое событие — глубины пустоши. Выполняй задание и получай награды. Пойдем посмотрим, что за награды. Автопушка, чемодан, где якобы руда может выпасть, да? Автопушка, наклейка, 75 монет, знак, краска, чертеж на автопушку, значки механиков, наклейка, купоны, тромбон апнуты, чемодан, 75 монет, автопушка, чертеж на фиолету автопушку, краска бесплатно, опять апнутый тромбон, 50, опять апнутый тромбон, голограмма, наклейка, 100 монет, сундук, чертеж на тромбон, краска, 100 значков механиков, декор, наклейки, купоны, чертеж на кабину Якодзуна, 100 монет, чемодан, расширение склада, чертеж на кабину Якодзуна, 100 значков механиков, наклейка, ну опять гриф засунули сюда, чертеж на гриф, сундук, опять чертеж на гриф, краска, 250 значков механиков, чертеж на автопушку, 150 монет, сундук, 50 монет, и в конце нам опять чертеж на автопушку, и пошли у нас автопушки бури. Производство. Смотрим производство. Итак, на станке можно будет сделать апнутые детали и тут же этот ап снять. Все как всегда. Автопушка штиль, апнутая на урон и увеличение разброса. Стоит это чудо, как всегда, у меня 10 евро. Ну, как обычный батл пасс.